Владимир Путин распорядился ввести новую форму поддержки для неполных семей. Теперь родители одиночки смогут оформить получение денежной помощи от государства. В программу войдут семьи с одним родителем, которые не получают алиментов на содержание ребенка. Проект должен войти в действие уже 15 мая. Ежегодно государство выделяет на поддержку семей с детьми около 500 миллиардов рублей. Подробности читайте на нашем сайте.